Мы хотим вернуть 30 суток ареста для тех, кто подозревается в терроризме. Сегодня мало времени, надо его хорошо, как говорится, обследовать. И в отношении подозреваемых в терроризме не надо, здесь нам слишком мягкотелыми были. Вот 30 соотечественников лежат в могиле. А где те, кто их убил, организовал это убийство, обучал и так далее? Это все нужно делать.